Госдума приняла в третьем чтении поправки к федеральному закону о полиции. Нововведения расширят полномочия полицейских. Так правоохранители смогут проникать в жилье и другие помещения, на земельные участки для задержания, а также оцеплять здания и территории. Полицейские смогут вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан или для обеспечения безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для пресечения преступления или проверки сообщения об угрозе террористического акта. Кроме того, сотрудники МВД смогут проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта, не только при возможном наличии оружия, запрещенных веществ. Документ был принят с рядом поправок. В частности, из него исключена норма о праве полицейского применять огнестрельное оружие при совершении задерживаемым действий, которые можно трактовать как угрозу. Также исключено положение, освобождающее сотрудников правоохранительных органов от ответственности за действия при исполнении.